это скучно. Может быть, видео какое-нибудь посмотреть? Хорошая идея. Так, зайдем в подписки. О, Томик Кэт. Ну, ее и посмотрим. Я знаю, чем заняться. Я же посмотрела видео. Всем привет, с вами я, Ники. Сегодня я снимаю YouTube тег. Его передала всем, кто посмотрел ее видео Томик Кэт. Ссылка на нее в описании. И да, этот тег заключается в том, что надо ответить на 33 вопроса. Начнем. Сколько подписчиков на данный момент съемок? Сколько у тебя подписчиков на данный момент съемки этого видео? 12. Говоришь YouTube или YouTube? Когда как? Самое первое видео, которое ты посмотрела. Ай, хай, сваливанная, добро пожаловать. Супер, бега, какие лукавцы, мне пора нравится. Любимое видео на YouTube? Наверное, вот это. Самое нелюбимое видео на YouTube? Такого нет. Любимый парень видеоблогер. И? Продолжаем. Любимая девушка видеоблогер. Могла бы себе представить, что ты пару лет назад представить себе, что ты станешь видеоблогером. Проблем? Да, потому что я никак не решила создавать канал. Это 2 года. Как ты стал видеоблогером? Я не видеоблогер. Первый видеоблогер, о котором ты узнала. Катя Клэп и Саша Спилберг. Любимое музыкальное видео. Сколько часов тратишь на съемку видео и на монтаж видео? На съемку где-то минут 2, а на монтаж 40. Какой программ монтируешь? Киностудия, Windows Live. И все. Самые красивые видеоблоги, по твоему мнению. Таких нет. Совершенных людей не бывает. И они всем не нравятся. Смотришь за зарубежных видеоблогеров? Ага, несколько видео из избранных. Например, здесь у меня будет лица, а здесь... Последнее видео, которое ты смотрел. YouTube тег от Томика Кэт. YouTube тег от Томика Кэт. Влоги или теги? Влоги. Плюс 100-500 или дисхаш? Плюс 100-500. Лайк или дизлайк? Лайк. Самое любимое твое собственное видео. Покажи отрывок своего самого первого видео. Как узнал или узнала о YouTube? Попалась в каких-то этих, на подстране в социальной сети и наткнулась на YouTube. И понеслось. Я стала смотреть все видео, абсолютно. Антиматерных, да смешных. Самая прикольная ситуация, случившаяся из-за YouTube. Такой? Такой нет. Самая стрёмная ситуация, которая случилась с тобой на YouTube. Такой нет. После твоих видео люди стали по-другому к тебе относиться? Ну, может быть, чуть-чуть. Тебя узнают на улице? Нет. Самое прикольное место, где тебя узнавали? Такого нет. Самое странное место, где тебя узнавали? Такого нет. Что значит твое имя на YouTube? Мила Кейл – это имя моей Роски. Откуда берешь идеи для видео, для своих видео? Ну, например, смотрю какие-то видео, делаю что-то похожее, но не плагиачу. Слушаю какие-то аудио, фанфики или какие-то сказки. И что-то типа того. Кому передаешь этот? София Мэлон, Аватая Виз Мэлон ТВ, Марина Тан и Аква Пейнтрей. Прости, если я неправильно произнесла твое имя. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, этот тег рассказал обо мне от чего-то новенького. Ну, всем пока.